Такое делается, что каждый старается под себя переписать историю. Но это история, которую вы пережили, и мы вместе с вами, мы всегда ее будем помнить. Ведь вы знаете, что бывшая наша Родина, она не имеет границ. Надо было, дала Родина приказ, человек пошел и исполнил. А сейчас, вы видите, как бы у нас очень это все было утеряно, потому что не гордятся люди тем, что живут в той... А сегодня мы видим, невинная кровь проливается, брат на брата восстал, это вообще страшное убийство. Поэтому мы должны быть всегда сегодня на чеку, несмотря на то, что уже вроде как и ваша война закончилась. Эта война, которая сейчас идет, она и заканчивается. Бес не может успокоиться на том, что вот забрал 14 тысяч и все. Нет, он и сейчас хочет забрать жизни. Вот смотрите, сколько уже там невинно убиенных солдат с одной и с другой стороны. Это может быть... немножко касается уже как бы политики, но я политики не касаюсь, я хочу сказать одно. И там православные, и там православные, а мы должны, вот вы как вы сейчас, как афганцы, так посередине должны быть. Как те три монаха вышли в Киеве, стали и молятся. Стреляют оттуда и стреляют оттуда. А за кого они? Не за кого. Они молятся, чтобы прекратилась война. Вот так и сейчас надо, наверное, все-таки нам как-то воздействовать на то, что пускай там мирными какими-то путями решают, садятся за стол переговоров, те, кто что-то решает, но не должны мирное население погибать, и поэтому церковь всегда молится о том, чтобы мир долгожданный наступил в нашем Отечестве, а все там остальное, кто там будет правитель какой, это уже выбирает народ и по позволению Божию. Но все-таки должно все это миром решаться, спокойно, без этого кровопролития, потому что и там остаются дети без родителей, и там, и с этой, и с другой стороны, это, конечно, очень печально. Вам же всем хочу пожелать, ребята, мира, благополучия, здоровья, чтобы вы еще долгие годы жили, чтобы Господь вас сохранял, потому что вы живой пример того, что вот надо было выполнять приказ, вы выполнили его. Те, кто остался там, а те двойной выполненный приказ, они и вас защитили, и защищали тот приказ, который есть. Вам же, всем семьям вашим, мира, благополучия, погибшим ребятам сегодня мы молились все, Царство Небесное. Всем вам подарить иконочку Георгия Победоносца, это наш покровитель воинов, чтобы вы носили в карманчиках всегда, и чтобы, потому что война навсегда есть война, невидимая война тоже идет, ура, невидимая идет. Поэтому, чтобы Господь сохранял вас, а Георгий Победоносец помогал вам в течение вашей земной жизни, мир, благополучие, а всем умершим Царство Небесное. Вам здоровья и благополучия. Предлагаю вам почтить минуты молчания благодаря городской власти, властям города, городам из городского бюджета на материальные предприятия. В этом году помогли нам кашу сварить Совет ветеранов, чтобы почтить память наших товарищей. Идет война на Донбассе. Идет война за независимость нашего государства, за соборность нашего государства. Гибнут люди, и многие афганцы сегодня принимают участие в той войне на Донбассе. Их сегодня неоценимая помощь, потому что они опытные бойцы, они знают, как себя вести в той или иной боевой ситуации. Мне очень приятно
сегодня здесь находиться с вами. 27 лет прошло с того момента, когда последний советский солдат покинул. Это всех, кто погиб там, светлая им память. И вас всех настоящими героями. Вы отстаивали честь своей страны и интерес. Это была другая родина. Сегодня у нас другая родина. Человек, который имеет долг, силу и честь, почитаем в любой стране. Руководитель вашей общественной организации воинов-интернационалистов, разрешите от своего имени скромный вам вручить подарок вашей организации. Черных Михаил Владимирович. В 2014 году указом президента Украины был указ о награждении всех участников именно Афганистана, участников боевых действий в Афганистане. Ведзнакой президента он учредил эту ведзнаку. Памятная медаль 25 лет вывода войск из Афганистана. Только сейчас монетный двор отпечатывайте, то есть выполнил указ президента. Они медали поступили эти. В декабре, ну, уже я принял решение совместно с правлением, мы решили уже, что будем на годовщину награждать сейчас. Наше общество вне политики, я тоже не в политике. Насколько я понял, смысл такой, что депутаты, которые, я их даже не знаю, сколько человек от оппозиционного блока в облсовете, им, наверное, распределили территории. И ко мне вышли так, что... от Южного никого нету депутата, и они курируют наш город. Обратились, чем вам нужно помочь в организации. Естественно, то, что вот вы видите, это своими средствами, силами и всего. Поэтому, естественно, я не отказывался от помощи. Мне помогли и кашу сварить здесь, и продукты там помогли. И вот сделали такой роскошный подарок, как ноутбук. Да? Ноутбук подарил. Все-таки мы поколение Советского Союза. Самый молодой, кто прошел Афган, это 69-й год. А если брать офицера, это солдат, я говорю, это 18-летние пацаны. А если брать офицеров-прапорщиков, то они уже тогда были взрослыми людьми. Сейчас ведь у меня... 60, 70, 80, вон у меня Литвиненко Семёр Гаврилович, наш аксакал, как мы говорим, 30-го года же. Поэтому этому поколению, у него свои религиозные традиции, да, и у нас сейчас в Южном, вы видите, что греко-католическое, московский патриархат, киевский патриархат, в каждом подвале баптисты, евангелисты, свидетели Иеговы и так далее. Мы традиционно в московском патриархате. Говорить, что мы принципиально в московском патриархате, нельзя так говорить. Вот сколько лет обществу, как открылась церковь, мы каждый год там заказываем, ну, делаем панихиду. Также мы делаем панихиду еще в декабре, на день ввода войск в Афганистан. Это традиционно. Война есть, ну, конечно, так же и сколько афганцев участвует в этой войне. Естественно, мы тоже осознаем, понимаем, что в стране это война. Это, во-первых, гимна небу. Но это тоже лишние затраты всего, организация, это ведь и музыка, и
давайте говорить, если бы это был портзавод, праздник, они бы аппаратуру вынесли, сцену установили, гостей пригласили и с гимном бы все сделали. А когда это делается своими деньгами, своими силами, это тоже проблематично. Ведь мы ежегодно делаем зорницу. Это и есть, наверное, патриотическое воспитание молодежи. Организовывают. Ежегодно проводятся турниры, мы проводим. И в этом году, вот на следующие выходные, проводим открытый чемпионат Южного по единоборствам, так скажем. Потому что тоже ежегодно это все стараемся. Все афганцы Одесской области мы собрали энную сумму. 411 госпиталю, хирургическому отделению было закуплено очень много оборудования, которое они просили со всей Одесской области. Володя Шевчук, член нашего общества, сейчас находится в зоне проведения ТОП.